Герой нашего следующего сюжета. 14-летнему подростку очень нужна ваша помощь. Он приехал в Новосибирск на лечение тяжелого онкологического заболевания. Но на лекарства нужны деньги, почти 500 000 рублей. Игорь – гражданин соседнего государства и рассчитывать на бесплатную помощь не может. Он любит гонять мяч во дворе, кататься на велосипеде, но сегодня игры только настольные. Тяжелая болезнь, рак. Диагноз Игорю поставили этим летом. Прозвучал как приговор. Я просто не думала, что со мной такое может случиться. Я знала, что со всеми бывает. Но до меня как-то не было до этого дела. Начал думать о чем-то таком не очень хорошем. Что со мной может случиться что-нибудь, что я могу не перенести лечение. Поскорее бы это закончилось. Скорее бы меня отсюда выписали. Игорь родился и рос в Кыргызстане. Когда начались проблемы со здоровьем, вместе с мамой приехал в Новосибирск. Позади операции 6 курсов химиотерапии. Мне было очень страшно. Очень. Потому что это врач сразу сказал, что это риск. Даже то, что мы его будем лечить, это все равно риск. Остается риск того, что лечение может быть неэффективно. Это тяжело, конечно, но самое главное, что ребенку нельзя показывать, что тебе тяжело, очень плохо. Среди детей его можно узнать по рыжей шапке. Он ее почти не снимает, стесняется. После химиотерапии выпали волосы, на теле ожоги. Мальчик идет на поправку, говорят врачи, но лечение нужно продолжать. А оно платное. Игорь не гражданин России, паспорт оформить еще не успели. Сбережений родителей не хватает, поэтому и обращаются за помощью. Сегодня Русфонд вместе с журналистами ГТРК Новосибирск объявляет сбор средств. Чтобы помочь Игорю, отправьте смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Я верю в то, что все равно люди помогут нам. Ксения Климина, Евгений Живаев, Вести, Новосибирск.